Прикамье сбор батареек стал рекордным по сравнению с другими регионами. Только березниковцы собрали больше 2,5 тонн. За 7 дней жители Пермского края отправили на переработку более 12 тонн отработанных батареек, аккумуляторов, пауэрбанков, сотовых телефонов и другой мобильной электроники. Напомню, сейчас проходит всероссийская акция «Неделя сбора батареек». И немного статистики. Столица Пермского края по версии Роскосмоса признана самым зеленым городом-миллионником России. Зеленое пространство занимает более 35% площади города. Ученые отметили, что для такого промышленного центра обильная древесная растительность является важнейшим фактором, который позволяет уравновесить экологическую обстановку. Спасатели тем временем подвели итоги купального сезона. За лето они предотвратили более 4000 несчастных случаев в местах отдыха у воды. Ну а спасли 9 человек, в том числе 5 детей. Кроме того, помощь медиков понадобилась 391 человеку. Отмечу, в течение летних месяцев на всех пляжах дежурили спасатели.